Три, два, один. Начать. Как дела, джентльмены? Сегодня с утра пробовал сделать вызов Шредера. Там, где нужно простоять в позе всадника как можно дольше. И я не скажу, что я остался недоволен результатом. Я простоял 5 минут, в то время как рекомендовано было стоять от 2 до 3 минут. Но потом, когда я посмотрел видео, я увидел, что завалил корпус немножко вперед. И мне это не понравилось. Мне не понравился угол, ракурс, с которого я записал видео. Поэтому я решил переделать. Но чтобы не наступать на одни и те же грабли дважды, я решил сделать так, как я видел в Инстаграме стоят монахи. Стопы вместе, колени вместе, жопа, спина, затылок возле стены, руки либо впереди, либо на груди. И нужно так терпеть как можно дольше. Ноги обувайте в такую обувь, чтобы не скользило. Я вовсе делаю на босые ноги. И будем стараться вот так простоять как можно дольше. И уже сейчас, по истечению минутки 15 секунд, я чувствую, что так сложнее. Конечно, возможно, на забитые ноги. Все-таки 5 минут я простоял во всаднике. Немножко, может быть, неровно, но тем не менее, еле встал. А вот так стоять, ноги как будто бы кипятком обливают. Сложнее в разы. Не зря монахи на видео там трусятся и пищат от боли. Но будем думать, что Александр Зац со своей изометрией, приседания по Бронсону дадут возможность мне сделать хоть какой-то здесь маломальский результатик. А пока нужно уйти в себя и подышать. Это очень больно, придется терпеть. То, что мы любим. Прошло 2 минутки. Еще сейчас. После этого точно ходить мы не будем. 2,5. О, бля! Слеза потекла. Десять, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Это сложнее намного. Алексей Шредер, попробуй сделать так. Ну, как говорится, ребята, если... Ай, ноги болят. Если ты критикуешь, то предлагай. Я не критиковал Шредера, раскритиковал свой вариант стойки во всаднике. Нужно работать над гибкостью в пояснице, нужно улучшаться в этом движении. Но для тех, кто хочет прочувствовать, что это такое, вот такой вариантик для всех новичков, для тех, у кого недостаточная гибкость, будет посложнее, поэффективнее. Очень, ребята, больно. Встать не знаю как. Ноги босые, на них я и становился. 3 минуты я вытерпел. Ход за вами. Становитесь. Пробуйте. Ну, а я напомню под конец, что в описании к этому видео вы сможете, ребята, найти книгу мою о гирях. Опыт силачей прошлого там. Мой личный опыт. 200 упражнений. Типы. Способы составления тренировочных программ, о питании, о тренировках, о восстановлении, о всем этом вы прочитаете. Но это такая, скажем, тотальная книга получилась у меня о гирьках. В общем, как-то так. Я кайфанул от этого упражнения. Не зря монахи там страдают, стоят они, я думаю, намного дольше, чем я простоял. Но, тем не менее, результат в 3 минуты считаю нормальным. Как думаете?
комментарии. Пока-пока! Ой, 5 минут.